прицел Patriot Trophy P4-16 на 40. В комплекте с салфеткой, документацией и блендой. Интернет-магазин «Попади в десятку». Корпус прицела изготовлен из алюминия, окрашенного в черный цвет. Его длина 391 мм, а масса 680 граммов. Устанавливается он через переходные кольца, в комплекте они не идут. Диаметр трубки здесь 25,4 мм. Прицел снабжен откидными пластиковыми крышками, которые фиксируются в закрытом и раскрытом положении. При желании эти крышки с него легко снимаются, но сами по себе держатся они на месте все-таки надежно. Для подстройки под зрение каждого стрелка самым ближним к глазу кольцом можно регулировать диоптрии. Параметры прицела 4-16-40. Цифры 4-16 означают кратность. Регулируется она подписанным кольцом. Переменная кратность делает прицел универсальным и удобным. Есть в этой модели регулировка параллакса. Она осуществляется вращением дальнего кольца. Есть у него и фокусировка на бесконечности. Идущая в комплекте бленда накручивается с помощью резьбы. Диаметр выходной линзы составляет 40 мм. Он самый распространенный и обеспечивает комфортную стрельбу. Регулировать прицельную сетку можно по вертикали и горизонтали. Делается это с помощью двух барабанов, находящихся под крышками. Шаг регулировки 1/8. А третьим колесиком, расположенным рядом, можно настраивать подсветку. Она работает от батареи, которая уже идет в комплекте. Цветов подсветки здесь три – красный, синий и зеленый. И у каждого цвета есть несколько уровней яркости. Прицельная сетка этой модели – Mildot. Она представляет из себя перекрестие с точками, которые помогают брать упреждения как по дистанции, так и по горизонтали. Пневматика, охолощенное оружие, самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.